Я Камиль Мулин, и сейчас мы будем выбирать победителя из конкурса «Накорми футболиста, попади на рубиновую кухню». Ну, на этой картинке мы видим очень кондитерские изделия, да, блинчики, тортики всякие, печенюшки. Я думаю, это очень, ну, хорошие блюда. Я сам любитель сладкого, но больше я предпочитаю мясо, потому что там очень много, ну, белка, энергии. Здесь мы видим торты, очень, видимо, вкусные, фреш. На следующей картинке у нас пицца, орешки, салат. Тут тоже на любителя, но из-за этого сложно как-то выбрать. Я не знаю, что тут еще будет. Следующая картинка. Тут у нас кондитерские изделия тоже. Все в расцветке ФК «Рубин». Это, я думаю, сыграет какую-то роль у участницы. Ну, морепродукты – это хорошо, но очень маловато. Креветок, я считаю, вот одна буквально. Штучек 10, может, было бы неплохо. А лучше 20. На следующей картинке мы видим, видимо, тут завтрак. Просто тут кашка вот такой. Все очень... Вот это тяжело понять, что это. Наверное, это салат какой-то очень вкусный. Но было бы лучше это все распробовать. А так сложно определиться по картинке. На следующей картинке тут девушка, видимо, очень сильно старалась. Любит шоколад, очень много тут его, очень много пудры. И поэтому этот кексик должен быть очень сладкий. Я выбрал победительницу, это был очень непростой выбор. Все девушки очень старались, и это видно по их блюдам. Так как я люблю очень сладкое и просто обожаю блины, мы выбираем Анастасию, которая приготовила вот эти замечательные блины. Ты выиграла, поздравляю.